Всем салют! Людей, которые пользуются наушниками, можно разделить на три типа. Аудиофилы, геймеры и тем, кому вообще параллельно, какие наушники у них в ушах. Kingston HyperX Cloud Mix – универсальная полноразмерная гарнитура, слушать которой можно как с проводом, так и без. Cloud Mix – это симбиоз проводных и беспроводных наушников. Именно такой схемы часто не хватает, когда есть любимые настольные наушники, а хочется просто прогуляться под музыку без проводов. Иногда хочется элементарно оторваться от компьютера, пойти на кухню, сделать себе порцию кофеина, провода зачастую сковывают, но в нашем случае это реально. В комплекте наушники, съемный микрофон, USB кабель для подзарядки, полутораметровый кабель с регулятором громкости и кнопкой включения-выключения микрофона. Кабель удобен для проводного прослушивания с плеера, в котором нет Bluetooth. Для полноценного использования в играх в наборе есть полутораметровый удлинитель. В общей сложности получается 3-метровый кабель для подключения к ПК. Добротный кабель в тканевой оплетке с позолоченными джеками. Для транспортировки прилагается черный мешок. На коробке наглядно показан список устройств в совместимости гарнитуры. ПК, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch, ну и мобильный телефон. На самом деле в гарнитуре два микрофона. Один встроен в левую чашу и призван работать в беспроводном режиме. Второй съемный, узконаправленный, на гибком металлическом кронштейне. С ним речь становится в разы лучше, чем встроенным. Визуально Cloud Mix напоминает Cloud Alpha тех же HyperX. Пластиковые чаши с покрытием из рода Soft Touch. На внешней стороне чашек узнаваемый логотип. Алюминиевые пластины представляют собой стальные вставки овальной формы. Чаши крепятся на стальных несущих. Для удобной посадки чашки вращаются в вертикальной плоскости, то есть вверх-вниз. Вправо-влево они не вращаются. При этом наушники регулируются по высоте, с довольно плотным шагом. Пышное мягкое оголовье с логотипом HyperX на макушке. Органы управления разместили на правой стороне. Качели регулировки громкости и переключения треков. Кнопка включения и выключения питания, она же управление Bluetooth. Micro-USB разъем для подключения кабеля. Кстати, об автономности. Инженеры заявляют о 20 часах музыки в беспроводном режиме. На практике аккумулятор продержался полных 18 часов. Довольно респектабельный показатель. На левой чашке два разъема. Подключение кабеля и внешнего микрофона. Мягкие амбушюры с эффектом памяти формы уха положительно влияют на часовые прослушивания музыки или залипания в игрушке. Уши реально не устают, посадка комфортная. Кстати, в беспроводном режиме нет возможности использовать внешний микрофон. Включается сразу встроенная гарнитура. А сейчас на деле покажу, как работает каждый из микрофонов. Тест встроенного микрофона гарнитуры Kingston HyperX Cloud Mix. Закрытые полноразмерные наушники с гибридным способом подключения к аудиоисточнику. Тест внешнего съемного микрофона. Kingston HyperX Cloud Mix – закрытые полноразмерные наушники с гибридным способом подключения к аудиоисточнику, Bluetooth и проводной. Звучание в играх. Здесь и панорамное стерео, позиционирование, голоса персонажей, стереоэффекты. Все звучит адекватно, как и подобает крутой геймерской гарнитуре. Звучание в беспроводном режиме. Прошу заметить, на коробке красуется знак Hi-Res Audio. Аудио в высоком разрешении. Cloud Mix можно использовать с Hi-Fi плеерами, слушая не сжатые файлы аудиофильских форматов. Даже если взять во внимание вышеперечисленное, наушники добавляют свои краски в общую картину звучания. Я не могу назвать звучание эталонным. Тем не менее, в классических симфониях отчетливо слышен каждый инструмент. Относительно широкая сцена, детализация и панорама средней ширины. Низкие частоты плотные и акцентированные, но не застилают середину и высокие. Будут по душе поклонникам басовитого звучания и умеренным басхедам в частности. Середина натурально и мелодична. Вокал мягкий, независимо от стиля музыки. Высокие отыгрываются относительной четкостью. У HyperX получились добротные наушники. Cloud Mix показывает, что производитель явно решил шагнуть дальше игрового сегмента, по крайней мере, если говорить о гарнитурах. Лично я одобряю такое решение. Цену наушников можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. А послушать наушники можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве и Днепре.